Американские сборные освобождены от отбора на Копа Америка. Несколько месяцев. Давайте посмотрим на состав. У бразильцев изменения следующие по сравнению с матчем против Колумбии. Во-первых, в защите играет Эдер Милитан в центре обороны вместо Тиаго Силвы. Футбол в Лос-Анджелес на стадионе Мемориал Колизеум. Сегодня товарищи, соответственно, второе место. Ну, там дважды они играли против сборной. Джаир Маруфо и его помощники Фрэнк Андерсон и Кори Ро. Так, следующее поколение форвардов бразильской национальной сборной. Алан вместо Артура. Это тоже, скажем так, ожидаемая замена. Алан ныне звезда Наполи и тоже пока в южноамериканском континенте. Ну, играл тогда еще Теофило Кубильяс. И вот в 82-м году, да, они, а он долгое время в Бразилии, кстати, играл. Давайте посмотрим за этой атакой. Это Филиппо Кускати. Его карьера продолжается с 2016 года. Это должность такая, одной из лучших в Европе. Хотя это так. Самый четвертьфинал. И тем значительнее, наверное, это достижение, что это была всего четвертая победа перуанцев на... Ничего себе, удар получился. Ренато Тапия, по-моему, бил, так подрезал мяч. Хотя, казалось, подача не очень удачная. Но, на самом деле, удар-то был даст национальной командой. Любопытные взаимоотношения. Дело в том, что в 82-м году именно его гол в отборочном матче к чемпионату мира выбил перуанцев из гонки за путем. Так что удары ударами, а надо, конечно, забивать. Бразилия в атаке и здесь... Наверное, отрезок, ну, лет за 10, как минимум, которую ему не слишком просто собирать, как это всегда бывает в Бразилии, потому что слишком много кандидатов, достойных кандидатов сыграть. Подавляющее большинство играет в Европе. Немножко необычно. А вот атака сборной Бразилии и мяч не в воротах. Мяч не в воротах, хотя, казалось, там его надо просто уже отправить в пустые. Давид Нерес это был. Габриэль Коста, и мяч, естественно, он теряет. Перуанцы пытаются все-таки там задержаться возле чужой штрафной. Играет в Америке, кстати, ему далеко не пришлось ехать за команду из Сиэтла. А вот какой удар по воротам, и это уже Эдисон Флорес бил. Ну и это можно, наверное, посчитать за момент уже. Лес снова идет в атаку. Вот смотрите, какой отбор здесь. И мы немножко затоптали Ричарлисона. Возможно, ему чуть раньше надо. По части техники. Точно, совершенно. И проход от Винкулы, и прострельная передача. Там свободная зона. И подача очень плохая. Габриэль Коста. А то и больше. Другое дело, там среди соперников были такие команды, как Катар, например, или Гондурас. Но под левую себе удар по воротам правой и мимо ворот. Мне казалось, что Ричарлисон себе под левую под удар подрабатывает, но потом увидел перед собой Ричарлисон удар. Ну, уже несколько попыток было Ричарлисона пробить. Но еще ни разу не... Вот здесь игра рукой. Было 62. У Неймара теперь 61. Причем любопытно, что при одинаковом количестве матчей за сборную по 98 у них. Ну, Роналду, понятно, уже за сборную не сыграет. Против Йотуна. Ну, а тут Адвинкула. Человек. Ну, это не удар, это подача. Очередной перехват перуанцев. Накладка. Акино пытался передачу направо сделать. Ногу ему выставил Александро. Удар метров 35, если не больше. И это...
Вот это хороший момент. Хороший он чем? Давид Нерис пошел на там двоих или троих даже защитников, и мяч у него все-таки выбили. Но очень хорошая поддержка. Кстати, тут по разметке, которая осталась от американского футбола, тачдауна, то есть до линии ворот. Перуанцы разыгрывают профной. Вот мне удивительно, что уже не первый раз, да? Флорес же прошел двоих. Каутиньо подает. Ну и атаку развил. Давид Нерис дождался мяча и кручен. И вместо того, чтобы угловой назначить, тот как раз Жейр Маруфу дает свисток на перерыв. Сейчас никаких турниров нет. Подобрал он мяч после прохода Давида Нериса и хлестка. Александро, подача Гальезе. Сил игрок перуанский, сам же получил травму. По-моему, это Йотун как раз и был. А вот момент у бразильской. И выбили Бразилию из турнира. А вот удар Гальего. Гальезе, да, отбивает. В любом случае опыт позитивный, опыт и игровой, опыт и психологический. То есть эти люди, они привыкли играть против лучших игроков мира. И но это будет позже, а пока Неймар. Пока Неймар должен вырасти. Каутиньо в центре, сразу попадает в окружение, должен сыграть налево. Удар не очень подготовленный, но тем не менее это удар. И Лукас Пакета угрожал сейчас. Равняется с Роналдо и будет делить второе место. Здесь вроде Алана одного оставили, пробить он не успел. А вот такой сильный прострел. И же движение, передача на Ричарлисона. И тот в ближний угол пытается попасть, опять же из-под Адвинкулы, но не попадает. Ну, Неймар. Его забитый мяч. Пока вот Неймар возвращается. Ну, а вот пошел отбить. Венисиус. Неймар нет. Ну, Неймар сейчас будет выпрашивать. Пенальти штрафной не знаю. Да, там был, наверное, Канкарильо бросает аут. Гонсалес. Но думаю, что фу. 1-0. 1-0. Сборная Перу забивает за 6 минут до конца. Забивается штрафного. Вот не зря этот штрафной зарабатывал Гонсалес. По-моему, это Луис Абрам. Отдельное указание Адвинкулы на последние минуты матча.